Вот так, по-домашнему уютно и при этом в самых разных форматах можно теперь провести время в первом в Новоуральске коворкинг-центре. Само название коворкинг говорит скорее о пространстве для совместной работы, но здесь, в городском клубе «Альфа», совмещается и то, и другое. Мы предлагаем молодым новоуральцам открытое пространство для работы волонтеров, молодых предпринимателей, представителей общественных некоммерческих организаций, для создания собственных проектов, бизнес-планов, обсуждения идей, акций, подготовки мероприятий. Кроме того, это помещение удобно для проведения различных семинаров, круглых столов, тренингов. Оно достаточно мобильное и большое. Создание центра стало возможным благодаря финансированию из областного и местного бюджетов. Совместными усилиями удалось сделать пространство, наполненное необходимым оборудованием, удобной мебелью и всем, что может пригодиться молодежи для самореализации и воплощения в жизнь идей, проектов и инициатив. В дальнейшем мы планируем сделать это пространство еще удобнее. Будет создана зона отдыха, появятся новые яркие элементы, расширится рабочая зона. В этом году мы планируем открытие еще одного молодежного коворкинг-центра уже в Южном районе на базе городского клуба «Уют». Это станет новой возможностью для общения, в первую очередь, молодых семей. Коворкинг-центр – это территория молодежи, свободная от рамок и условностей. Здесь можно встретить единомышленников, найти дело по душе, поработать или просто хорошо провести время. Детско-юношеский центр создал для этого все условия, в том числе и ежедневные активности, среди которых мастер-классы, открытый микрофон, караоке, квизы, викторины и многое другое. В одном уголке можно порисовать. У нас есть музыкальная зона, где можно поучаствовать в таком джем-сейшене. Каждый пришел со своими инструментами и может присоединиться. Также у нас работают компьютеры всегда. То есть, если нужно выполнить домашнее задание или найти какую-то информацию для своей работы, возможно. Мы стараемся составлять программу так, чтобы было интересно прийти в любой день и включиться в работу. То есть, будь это понедельник, среда, как сегодня, или пятница, вы найдете себе занятие по вкусу. Приглашаем молодежь Новоуральска в наш коворкинг-центр для хорошего времяпрепровождения. Мы находимся в городском клубе «Альфа» по адресу улицы Мичурина, 5. Приходите, ждем всех. Более подробную информацию о работе молодежного коворкинг-центра, его возможностях и планируемых мероприятиях можно узнать в группах городского клуба «Альфа» и детско-юношеского центра в социальных сетях, а также на сайте учреждения. Виктор Малышев, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.